Добро пожаловать в Домодедово, стадион «Авангард» приветствует вас. Сейчас работы продолжаются для приготовления арены к матчу против «Рубина», да. И сейчас по свистку опять же Евгения Буланова. Все, мы начали, начинает Загоев, «Рубин» с мячом. Да, Кабахидзе находит низом лугу, и удар в дальний угол. Неплохо, первая острая атака. Показывает сейчас Кабахидзе, можно было еще ответную отдать, но Лого решил сам. Киртанов на подборе успел мяч проткнуть направо на Бацуева. Бацуев сам бьет, но летел точно в руки. Да, летел Тюсунов. В створ, отмечает момент. Кузнецов, кстати, Куликов хлопает. Дальше. Сейчас. Зотов, Кузнецов. Ой-ой-ой-ой, чуть Костяков был не забил. Пожар, штрафной. Зотов, подача, и без рук забивает! Не забил! Как и не забил? И по штанге левой ногой, что такое-то, Руслан? Вторую без игру руков. Подряд, практически пустые ворота. Смотрим. Ох, да, и мяч влетает в ворота, был и гол! Конечно. Не было толчка, да, то есть там Мусаев забивает, показал, что оттолкнул, нет, все поправил. Свободное пространство, есть вырвался, ну-ка, налево, отдать. А пробить Слогу! Прошивает Дюпина. Смотрим угловой. Подача высокая на дальнюю. Загоев притаился на дальнем, да, углу вратарской площади. И гол пришел после этого момента. Играет Кузнецов. Мяч переводит в прыжке, но справедливости ради мяч летел не очень сильно. Подбор за Рубином. Еще один навес. Отличный Тесленко! Тесленко, какая подача, и буквально смахнул этот мяч. Вот подстригся и забил. То все свистит. Евгений Буланов проигрывает дома «Велес».